Не может ли быть так, что Ках оказался в таком положении из-за того, что превратился в партию одного человека? Если бы Ках участвовал в этих выборах, вы бы увидели немало чрезвычайно талантливых людей Каха. Невероятно талантливых. Неужели вы думаете, что Ках достиг бы того, что достиг благодаря одному человеку? Это была невероятная организация. У нас был бюджет в 32 тысячи долларов в месяц. У нас были офисы по всей стране. Грузовики, рации, причем хорошие. У нас была 12-метровая вышка. Я не привык к этому. Организация хорошо работала, потому что у нее были деньги, она оплатила зарплату. Нельзя полагаться лишь на добровольцев. Добровольцы должны дополнять профессиональный штат. Но от добровольца нельзя ожидать, чтобы он пришел на работу в 8 утра и работал до полуночи. Это можно ожидать только от штатного сотрудника, который ждет зарплату, но также и верит в идею. У нас чрезвычайно талантливые люди. У них просто не было возможности принять участие в выборах.